Привет, ребят! Как часто вы задумывались о том, что есть в нашем мире у вас, у каждого из нас? Да, верно. У каждого из нас есть только наше физическое тело в этом материальном мире, в этой плотности. И это тело, оно нам транслирует не только то, что у нас внутри, не то, что какие у нас заболевания и почему они у нас, но и транслирует на всю нашу жизнь, на весь наш мир, в котором мы живем. Как часто вы слышали о том, что у вас есть большое, просто глобальное знание, которым вы не воспользовались? А болят ли у вас при этом плечи? А стулится ли у вас спина? Да, это именно о том и говорит. Или, может быть, девочки, после того, как они родили, есть такие проблемы с мочеиспусканием. И когда мы приходим куда-то в гости, боимся чихнуть или посмеяться, чтобы не было никаких казусов. И что говорят врачи? Вам нужно укреплять мышцы тазового дна. Но это же не так. Это просто опускание наших внутренних органов. И нужно работать с поясничным отделом. Как с этим работать? Как распознать свое тело? О чем оно вам транслирует? А во всем об этом я вам расскажу на марафоне PranaFit. Какая мышца за что отвечает, как с ней работать, как познать либо услышать язык нашего тела, чтобы в этом мире, который состоит только для нас, который создан для нас, нами же самими, был нам прекрасен, чтобы нам было легко и благостно. Хотите узнать подробности? Тогда присоединяйся на марафон PranaFit, который стартует уже довольно-таки скоро, 1 февраля. Я вас жду.